«Хотим пожаловаться главе», – так начала разговор позвонившая на прямую линию станичница. Возможность лично обратиться к Сергею Сергееву для людей означает гарантированно получить помощь. Чернова Ольга Владимировна, так. Станица Гастагаевская, улица Южная, 3А. Так, что у меня? В 2015 году по улице Южная провели газопровод, по улице прям. Ага. А подключить нет возможности, так как на земле, где земле поставили ВРП, там земля не сдана в аренду. Так нам объясняют. Разберитесь, пожалуйста, и помогите. Мы живем без газа. Буду помогать вам. Будете помогать нам, да? Да, да. История с подключением затянулась на год. Врезку построенного газопровода в существующий и пуск топлива по новой трубе должны были взять на себя газовики. Но до сих пор они открещиваются от возведенного по целевым программам объекта. Сергеев заявляет, изыскивайте средства и подключайте. Есть там же история, что Полташу. Ну давай продолжайте Полташу, давай подключать то, что уже у нас все, построено. Не, ну подключили. Все, что построено, давай подключать. На планерном совещании начальник управления капитального строительства отчитывается. Средства на Гастагай выделят из муниципального бюджета, но аукционные процедуры займут не меньше месяца. Ваша задача вместе с управлением имущества, так же, как мы поступили по Алташу и по Гайкадзору, то есть вы заключаете договор, то есть закладываете средства на эксплуатацию, да? Для заключения договора на эксплуатацию этого газопровода, для подключения. У вас в этом году какие-то средства есть, чтобы это сделать сейчас? Подключение будет числа 15 января. На улицу Южную в Гастагаевскую для встречи с местными жителями выехал Владимир Забураев. Людям обозначили конкретные сроки решения их проблемы. И это уже движение вперед, говорят станичники. Раньше обивали пороги ведомств и безрезультатно. Мы обратились к главе администрации по поводу газификации и по поводу отсыпки дорог. Потому что, когда погода сырая, здесь вообще невозможно ни проехать, ни пройти. Вода идет сверху постоянно. Тут прям река, прям реально река, река течет. Не пройдешь, ничего. И постоянно эти, ну, ни люди не пройдут, ничего, ни машины не проедут, ничего. А газ, мы просто то, что полтора месяца, позапрошлом году они пролили газ, и ГРП уже стоит, все осталось только подключиться. Баллонным газом топим. Очень дорого выходит вообще. По 10 тысяч в месяц выбрасываем. Баллонным газом возим, на заправке заправляемся, привозим и топим. Еще одна жалоба гастагаевцев на состояние дороги на улице Южной. Замглавы обещал решить вопрос с ремонтом в течение 2 недель. Мы приехали, действительно убедились в этом плане. Ну, одна отрада, то, что на этой улице будет газ. Конечно, он чуть-чуть подольше. Его сейчас нет еще в системе, но он со временем будет. Ну, а по благоустройству однозначно мы соответствующим структурам, которые вели тогда запровод, к ним будем выдавать претензию.